Привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. Сегодня коротенькое видео в преддверии 100 тысяч подписчиков на моем канале. Конечно, пройдет еще 3-4 месяца, потому что, как показывает статистика, у меня ежемесячно прибавляется от 2 до 3 тысяч подписчиков ежемесячно. Сейчас чуть меньше, потому что очень много появилось в сети блогеров, хороших и не очень, у кого-то подача лучше, чем у меня, у кого-то хуже, но тем не менее канал продолжает развиваться и подписчики идут в плюс. Как показывает статистика, повторяюсь, где-то 1500-1000 подписчиков отписывается и где-то 5-3500 подписчиков приходит новых. Как раз таких получается от 2 до 3 тысяч подписчиков в плюсе. Просмотры тоже прыгают, то растут, то падают, но суть не в этом. Суть в том, что я благодарен всем тем, кто со мной на протяжении этих 3 лет. Я развивался вместе с вами, канал развивался, становился лучше. Благодаря тому, что я стал вести блог, я не скучаю в плане того, что у меня появилась мотивация обогащать свои знания новыми понятиями, новыми взглядами. Я стараюсь смотреть на тренинг с разных сторон. И что радует, у вас тоже очень критическое мнение, критический подход ко всему. Критически не значит, что вы как тролль критикуете все, а то, что вы стараетесь посмотреть на любую проблему, на любой вопрос с разных сторон. Не забывайте, что у медали как минимум две стороны, еще есть ребра. Это очень важный момент. Любую информацию, друзья, я всегда вам говорю, пропускать через призму логики, здравого смысла. И не забывать, что знания знаниями, но понимание – это разные вещи. Приведу для вас такой простой пример, но очень-очень наглядно показывающий, насколько этот мир противоестественен. Представьте себе стадо баранов. Ну, баран – какое-то такое некрасивое слово, несущее в себе какой-то негативный оттенок, негативную нагрузку. Может быть, овец, неважно кого. Так вот, это стадо животных считает своими защитниками пастухов и собак. Но, как показывает практика, пастухи и собаки съедают животных из стада в огромное количество раз больше, чем дикие звери, чем те же волки. Задумайтесь об этом. К чему это все? К тому, что пишите обязательно в комментариях, что вам нравится на канале, что вам не нравится, что бы вы хотели изменить в подаче материала, в самом материале, какие темы вы бы хотели, чтобы я озвучивал в дальнейшем. Если, конечно, вы собираетесь оставаться со мной на данном канале. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, но не забывайте, что именно комментарии помогают мне понимать, что вам нравится и делать контент лучше. Но что самое главное, комментарии помогают понимать, что вам не нравится и что бы вы хотели улучшить, на что мы вместе должны обращать внимание. Теперь, друзья, немножечко негатива, хотя для меня это тоже позитив, вызывает только смех. О чем речь? Речь о негативных комментариях, о хейтерах, троллях и прочей нечисти. Не страшно, друзья, когда вы с чем-то не согласны. Но не путайте пурген, вылетающий из вашего рта, и когда вы даете реально какую-то критику обоснованную, пишите что-то в комментариях. Большинство же пишут: полная хрень, отписываюсь. Друзья, это хрень действительно полная, но именно вот этот комментарий, он не выражает никакой критики, он не выражает ничего аргументированного, никаких фактов, с чем ты не согласен, почему ты не согласен. И то, что ты отписываешься, для меня только плюс. Я не хочу, чтобы всякие дурачки, будем так говорить, были на этом канале. Я удивлен, что нас уже почти, друзья, скоро 100 тысяч. И цифра на самом деле не показатель, потому что современный русский YouTube, русскоязычный YouTube, это дети. Дети в основном глупые, судя по комментариям. Но когда взрослый человек пишет, почему ты так грубо отвечаешь мне, я выразил свое мнение, кто спрашивал твое мнение, если оно выражается тем, что ты пишешь, что это полная хрень?
Хочешь отписываться? Отписывайся. Мне плевать. Людям, которые подписаны на этот канал, тоже плевать. Нужно понимать, что данный канал не несет абсолютно никакой нагрузки развлекательной. Хотя хотелось бы, конечно, приносить это в мои видеоролики, в статьи. Я стараюсь. Если у вас есть какие-то идеи, то я обязательно их выслушаю. Давайте делать канал вместе лучше. Но будьте, друзья, объективны, будьте адекватны и корректны. Потому что я негативные комментарии, которые не согласны с моей точкой зрения, которые обоснованно что-то пишут с их взглядом на эту ситуацию, я их оставляю. Единственное, я даже позволяю очень много негатива в свой адрес. Но когда та или иная девочка выкладывает свою историю, как она тренируется, как она тренировалась до того, как познакомилась с моей системой, с моим взглядом, с моим подходом к тренингу, к питанию, и как она изменилась, и многие начинают писать чушь. Друзья, если вы мужчина, это как минимум некорректно и некрасиво. Нужно поддержать человека. Вот, всем патриотам. Я, кстати, не делю людей ни на русских, ни на украинцев, ни на татар, ни на белорусов. Для меня, в принципе, практически все нации, входящие когда-либо в Советский Союз, являются братскими. Для меня Россия, Украина, Белоруссия – это один народ. Кто этого не понимает, тот просто полный придурок. Пусть называет себя патриотом. Так о чем речь? Вообще, в принципе, не важно, какой нации ты принадлежишь. Если ты можешь хвастаться, хвалиться, восхищаться только тем принадлежностью к той или иной расе, то ты просто дебил. Это не твоя заслуга. Здесь нечем хвастаться. И поверьте мне, очень много хороших людей встречается в любой нации. Точно так же, как и очень много говна. Я знаю столько говна среди русских, среди украинцев, что среди американцев столько нет. Простые примеры. Я спрашиваю американцев, как вы относитесь к русским? И американцы всегда, ни один еще не сказал, да, они козлы там или что-то. Американцы всегда уточняют, задают уточняющий вопрос. Что ты имеешь в виду, кого ты имеешь в виду, как мы относимся? К русским как к людям, либо к русскому государству, к правительству. Понимаете? А что скажет русский человек? Спросите на улице, что ты думаешь об американцах? И в 90% случаев вы получите ответ. Да пидоры они все. Это неправильно. Так не должно быть. Понимаете? И что касается менталитета русскоязычного, не будем сейчас нации называть, и американцев, тоже не будем нации называть, потому что американцы, как вы знаете, состоят из множества наций, приехавших сюда в тот или иной промежуток времени. Так вот, кто бы ни пришел в зал, какой бы человек ни пришел, инвалид, толстый, убогий, неважно, его всегда поддерживают, всегда восхищаются, всегда подойдут, пожмут руку, говорят, какой ты красавец, какой ты молодец. Обратите на себя внимание, обратите внимание на своих окружающих, как мы у себя в стране встречаем того или иного человека. И по комментариям многих убогих троллей, которые я вижу, встречаю здесь у себя на канале, особенно под видео, которые присылают мои ученики или ученицы. Это наглядный показатель. Друзья, думайте всегда, что вы делаете, что вы говорите. Скоро на канале выйдет отличнейший плейлист для девочек. Вы получите план периодизации тренинга, где каждая тренировка будет показана. Я снимаю сейчас целый огромное количество видеоматериала с Аллой на каждую тренировку по принципу периодизации, которую я вас учу, сам практикую, и все мои ученики. Не забывайте, что существует три типа мышечного волокна. Гликолитическое, окислительное и промежуточное. Каждый из вида волокон требует своей определенной методики в тренинге. На силу, на массу, на выносливость. И не забывайте, что на рельеф можно только питаться. Сами тренировки не меняются, что показывают лучшие атлеты в нашем виде спорта и в других. И если вам кто-то говорит, что эта тренировка жиросжигающая, а это нет, то вас просто вводят в заблуждение, либо хотят развести на бабки. Или, что чаще всего, человек просто сам безграмотный и не понимает, что к чему в нашем движении.
И, как вы понимаете, у такого человека нет смысла чему-то учиться. Разве что глупости. Или как делать не нужно. Друзья, спасибо всем, кто был со мной на протяжении всего этого времени. Друзья, спасибо еще раз вам, что позволяли мне делиться с вами своим опытом, за обратную связь, за то, что присылаете свои видеоролики, за то, что пишете в комментариях те, кому помогла моя методика, мой подход к лечению спины. И всегда думайте головой, друзья, перед тем, как сделать какой-либо шаг. Оставайтесь на канале, помогайте мне делать его лучше. И мы с вами обязательно увидимся в следующих видеороликах и в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. Раз, два, три. Друзья, не упустите возможность всего за $8 купить мою книгу о бодибилдинге, которая называется «Ступени натурального бодибилдинга» или «Fuck Fitness». Набирайте в гугле в поисковике, и выйдут ссылки, где вы можете ее заказать. Книга будет очень полезна для начинающих атлетов, для атлетов среднего уровня. Особенно будет полезна для инструкторов, тренеров, персональных тренеров. Книжка отличается совершенно иным подходом и никак не пересекающаяся с общепринятыми методами тренировок современного бодибилдинга. В любом случае, согласны вы будете с ней или нет, очень будет полезно вам ознакомиться. Кто прочитал уже эту книгу, прошу вас оставить комментарий, что понравилось, что не понравилось, с чем вы согласны, а с чем категорически не согласны. Давайте двигаться вместе, развиваться вместе и двигать в массы правильные идеи, правильные теории и, соответственно, рабочую практику. Так как практика – это наше все. Теория без практики, друзья, это гниющий труп. Друзья, не пропустите, я уже выпустил ролики и статьи с нормативами, с тестами, когда переходить с уровня новичка-среднячка на продвинутый уровень и начинать тренироваться по принципу периодизации. Отдельно статьи и видео для парней, отдельно статья и видео для девушек. Обязательно изучите их, проверьте свои знания, проверьте свои силы, чтобы каждый ваш шаг был на ступеньку выше, чтобы вы не скатывались назад, не топтались на месте, только развивались, только двигались вперед, сохраняя и улучшая при этом свое физическое здоровье. Вступая в мою закрытую группу профессиональных тренировок, на каждую новую неделю я выкладываю тренинг, как раз таки рассчитанный на циклирование, периодизацию, на все типы мышечных волокон. И тебе не нужно тратить время, просто заходишь в начале недели, открываешь график, и на следующую неделю у тебя полностью целиком расписан тренинг, тренировки по дням, по упражнениям, по количеству подходов, повторений и все, что с этим связано. Заплатить за группу нужно, за вступление в группу. Но ты платишь всего один раз. В группе нас уже 140 человек. Нет ни одного недовольного. Так что делай свой выбор. Если есть время и желание развиваться, изучать все это, то все есть на моем сайте. Если нет, то просто вступай в мою закрытую группу. Увидимся, друзья, как всегда, в тренажерном зале. Не забывайте поделиться данным роликом со своими друзьями. Всем пока! Сухой мышечной массы и силы без травм.